Microsoft Word обычно выполняет переносы в соответствии с внутренним словарем, который у него встроен, или по тем дефисам, которые проставлены в словах. Например, слово «обрывалка» его нету в словаре Word. При достижении конца строки слово переносится целиком на следующую строку. Если мы хотим задать ему правила переноса, мы становимся курсором вместо предполагаемого переноса, переходим в вкладку «Вставка», «Символ», «Другие символы», «Специальные символы». И здесь мы выбираем пункт «Мягкий перенос». Мы видим, что слово при переносе разорвалось именно в том месте, где мы поставили мягкий перенос.